Всем привет! Добро пожаловать на канал «Кухня на любой вкус». Сегодня у меня на кухне праздничный салат из копченой курицы. Салат из серии быстрых рецептов – идеальный вариант для тех, кто не хочет долго готовить на кухне. Нарезаем мелко одно копченое куриное филе весом примерно 300 грамм. Кладем на блюдо и делаем сеточку из майонеза. Вторым слоем натираем на крупной терке один плавленый сырок. Третий слой яйца и снова сеточка из майонеза. Нарезаем помидоры черри и ананасы, украшаем ими салат. Ананас можно заменить на консервированную кукурузу. Украшаем зеленью и через полчаса можно подавать на стол. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Кухня на любой вкус». Всем приятного аппетита и до новых встреч!